Гастарбайтеры из далекого зарубежья. Здрасте. Здрасте. Ну что, привез я вам штрюхель разводной. Что привезли? Штрюхель разводной. Еле нашел на складе. Штангенциркуль, мы без него как без рук. В нашем дезе это называется штрюхель. Так откуда, говорите, будете? Из Молдавии мы. Угу. Так, что я хотел сказать? Правила нашего деза. Первое. До обеда не пить. С утра кого под мухой поймаю, уволю. Так мы не пьем. Ага. Что, совсем? Боюсь, не приживетесь вы в нашем дезе. Ну да ладно. И второе правило. Перекур не чаще 8 раз в час. Ясно? Да мы не курим. Угу. Боюсь, не приживетесь вы в нашем дезе. Ну да ладно. И последнее, план. Сдача объекта, то есть замена лифта, через месяц. И чтоб больше, чем на 2 недели, не задерживали. Через 1/2 года. Приду, проверю. Да мы вроде как все сделали. Тут работы-то. Что? Мы тут план на 2005 посмотрели. Мы с коллегой за 2 месяца могли бы все. Даже за месяц. Да вы что? С ума посходили? Годовой план за месяц? А еще 11 месяцев я за что, по-вашему, зарплату получать буду? А? Стоять здесь! А, лифт мы сделали. Ага. Никуда не уходить! Это водка, это сигареты. Через час приду, чтобы все было выпито и выкурито. И лифт разобрать. Через час приду, проверю. Да дайте! Понаехали тут.